Здравствуйте. Это программа «По существу». Меня зовут Оксана Очкасова. И сегодня в нашей студии гость, который знает все о рекламе, знает о туризме и знает, как его нужно правильно продвигать. Зовут его Сергей Генрихович Пилатов. Это председатель исполкома Координационного совета по рекламе стран СНГ, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России. Добрый вечер, Сергей Генрихович. Добрый вечер. Вы приехали к нам в связи с тем, что у нас развивается туризм в Чувашии. Мы начинаем развивать внутренний туризм. И сейчас это, в принципе, актуальная достаточно история для всей России, да, и для нас. Вот вы как оцениваете нашу республику с этой точки зрения? Я сразу поправлю, потому что я приехал сюда не потому, что туризм в Чувашии развивается, а потому, что он в целом развивается в России, и он должен развиваться во всех республиках, в том числе и в Чувашии. Так привыкли мы жить, что не очень понимаем, что такое развитие туризма, что какой туризм вообще может быть. Какие виды туризма может быть, а, соответственно, не знаю, в каких целевых аудиториях его продвигать, как это делать и так далее, и так далее. Этот год, 2016, так вы озвучили, что назвали там страны СНГ, Содружество независимых государств, юбилейное, потому что 25 лет создания СНГ. И у нас заседание проходит два раза в год, в разных странах и в разных городах России. Потому что Россия большая, и мы решили, что вот надо знакомить наших руководителей рекламных сообществ стран СНГ с нашей необъятной Россией в том числе. И вот так, что выбор пал на Чувашию. Да, потому что наш председатель, это заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Борисович Кашеваров был здесь. Ему так понравилось, что он сказал, что следующее заседание должно пройти здесь. А так как сегодня среди трендов, в хорошем смысле слова, среди трендов рекламных, это туризм, развитие внутреннего туризма, развитие туризма со странами, которые хотят, чтобы у них туризм развивался, чтобы мы туда ездили, то основной темой нашего заседания 16-го будет тема развития туризма. И, соответственно, когда мы стали обсуждать с представителями правительства Чувашии и с администрацией, мы решили, что маловато просто провести одно заседание. И поэтому решили провести здесь такое большое событие, которое, может быть, даже должно всколыхнуть туристическую рекламную индустрию и объединить, и научить все делать как бы правильно. Да? Ну, правильно это означает эффективно. Ну, у нас в рекламе правильно это означает эффективно. Ну да, логично. Да. Смотрите, то есть вот цели конференции, если мы обозначим, ну вот как-то их очень там сжато, да, то есть вот зачем они приезжают сюда, эти агентства рекламные, да, ну то есть люди, связанные с рекламой, что вы будете обсуждать? У нас делится на две части, ну на три, естественно, но как бы две основные. Это фестиваль. Это когда приезжают творческие работники, которым интересно не только потусоваться, представить свои работы, да, будь это видео или плакаты, наружная реклама, интернет сейчас очень активно развивается, сайты, показать, продемонстрировать их. И вторая, и, соответственно, послушать какие-то мастер-классы, поделиться опытом там, и так далее, и так далее. А вторая часть теоретическая, вот это конференция. Теоретическая конференция, а практическая – это фестиваль. Два таких события, ну, не считая 16-го заседания Координационного совета, это как бы отдельная тема. Значит, люди должны показать, как они могут видеть там, имидж, допустим, того региона, как они видят позиционирование этого региона. Это возможность продемонстрировать себя перед потенциальными заказчиками. Потому и в жюри этого фестиваля будут входить не только мэтры, скажем, рекламные, или мэтры, которые вот уже что-то добились в этой сфере, но и представители потенциального заказчика. Регионы, да. Представители администрации городов, которым интересно выбрать себе поставщика услуг, так это называется по государству. Ну, это интересно. То есть это получается такой большой творческий тендер, по большому счету. Большой, да? Творческий тендер, да. Где в течение определенного короткого времени люди должны показать свои возможности, а представители заказчиков должны выбрать для себя того или иного человека или ту или иную компанию, которая им будет интересна. По своему творческому накалу, по своему творческому видению, по своему творческому потенциалу. Вот смотрите, а чего, вот как человеку вам, связанному с рекламой, чего сейчас не хватает российским регионам, да, с точки зрения продвижения и рекламы? Потому что, ну, правда, внутренний туризм не так развит, и не зря на него обратили внимание. Брендирования у нас нет регионального, или просто недостаточно продвижения? Почему так мало обращают внимание? Ну, вот люди, живущие, ну, условно, в Чувашии, мало ездят по Чувашии. Вот знаете,